Строители уже добрались до высшей точки сектора А будущего стадиона «Космос-арена». С верхнего яруса хорошо видна Волга. Гигант на 45 тысяч мест с оригинальным архитектурным решением приобретает очертания. Работы на площадке идут круглосуточно. Почти 1500 человек трудятся в несколько смен. Строительство идет с опережением графика. Основа стадиона – монолитно-бетонная плита, готова практически на 80%. На разных участках ее высота варьируется от 1 до 5 метров. Всего же фундамент стадиона будет залито 115 тысяч кубометров бетона. Эти работы планируют завершить до конца осени. Здесь же рядом со стройплощадкой два бетонных мини-завода. Помимо фундамента предстоит залить несущие колонны и перекрытия. А это еще около 100 тысяч кубических метров бетона. Конструкция «Космос-арены», рассказывают подрядчики, хороша тем, что уже сейчас можно начинать монтаж металлоконструкций, которые будут основой купола стадиона. Вот эти, значит, желтые опоры будут являться основанием для временно поддерживающей опоры, для того, чтобы на них легли потом основание консоли, так называемой. Почему консоль? Потому что она на 79 метров выдвигается в зону стадиона, накрывает. Первые партии металлоконструкции прибудут в Самару уже на этой неделе. Устанавливать 13-тонный каркас будут в течение года. Благоволит строителям и погода этой осенью. Скорость работ не приходится корректировать из-за дождей. Погода такая хорошая и осень действительно золотая выдалась. Мне кажется, что мы это должны максимально использовать, потому что 16-й год будет работа, а 17-й год недалеко, а здесь уже нужно выходить на финишную прямую. Общественная палата Самарской области довольна ходом стройки. Контроль за качеством строительства постоянный. Специальная комиссия проверяет конструкции на каждом этапе возведения. А общественный комитет взял под контроль и вопросы организации благоприятных условий труда, медицинского обслуживания и даже культурного досуга строителей. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.